мир вам и Божие благословение, дорогие братья и сестры. Золотое правило, я думаю, не только для иеромонаха. Прежде чем бухать в колокол, загляните в святцы. Заглянули. Я вчера обещал продолжить разговор о каноне Евхаристии. Отложим немножко этот разговор. А сегодня посвятим день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении, носивших имена Романа и Давида. Это дети святого князя Владимира Владопостольного, первые пострадавшие христианские святые на нашей земле. Когда-то, в годы своей ранней юности, мне, даже точно могу сказать, это был первый праздник Первого Спаса в 1972 году, впервые пришлось побывать в кафедральном тогда соборе города Рязани, Борисоглебском соборе. Ну и как-то вот, проникнувшись духом древнего города, богослужением, замечательным пением, два хора было, очень больших тогда, в те годы, архиерейский хор, был человек 30, наверное, второй, вспомогательный хор, левый клирос, так называемый, тоже не меньше был где-то. Очень довольно дружно, слаженно пели, вдохновенно. Это был день похорон рязанского епископа Бориса. И некоторые напевы, именно в том варианте, который существовали в рязанской епархии, мне запомнились. И, используя интонации этих напевов, уже тогда я попытался написать тропарь Борису и Глебу. И вот этот эскизик, черновичок, так где-то лег у меня в архивах. И потом, когда 400-летие праздновали прославление святителя Василия Рязанского, это был 2009 год, я взял этот эскизик и с него написал тропарь святым Борису и Глебу. Я уже не буду сегодня ничего напевать, просто предлагаю вам его послушать. Правдивая страстотерпца. Страстотерпца – двойственное число. То есть, говоря в переводе на русский язык, правдивые страстотерпцы. Послушаем этот тропарь. Там интонации, кстати, киевского распева заложены второго класса. Прощаемся, братья и сестры, до завтра. Уж теперь-то я точно буду заглядывать в святцы. Всего вам доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа. Зал Третьяковской галереи. Концерт
преддверии Успенского поста посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.